Почти 2000 первоуральцев не выпустят за рубеж в новогодние каникулы. Выезд им ограничили из-за долгов. Все вместе горожане не доплатили 600 миллионов рублей. Большая часть суммы – просроченные кредиты. Выезд за рубеж могут запретить, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей. Не принципиально, налоги – это коммуналка или штрафы ГИБДД. Расплатиться жителям предлагают до января. О долгах можно узнать на сайте службы судебных приставов. Они и сами готовы рассказать, как поскорее избавиться от задолженностей. 20 декабря первоуральцев будут консультировать прямо по пути в магазины. Приставы станут дежурить на проспекте Космонавтов в торговом центре «Марс» с 14 до 16 часов. Судебные исполнители отмечают, что ограничения на выезд могут отменить, даже если долг погашен не полностью. Граждане могут подойти, посмотреть наличие задолженности и спросить, если имеется задолженность, то у пристава спросить возможность погашения этой задолженности. И пристав все объяснит подробно гражданам, как это погасить. Своевременно будут сняты все ограничения с этого гражданина.